Следующей героиней программы «Виртуальная правда» станет смелая Юля Савичева. А смелая она потому, что не побоялась выложить в сеть фотографию без косметики. Далеко не каждая звезда на это способна. В преддверии ежегодного показа Валентина Юдашкина Савичева встретилась с модельером для того, чтобы обсудить мероприятие. На встречу Юля пришла без грамма косметики на лице. Фолловеры певицы, конечно же, обратили внимание на этот факт. Цитата: «Юля, вы очень красивая и без косметики». Причем так высказались все подписчики певицы.